Уже норвежка, итальянка далеко впереди. Белоруска четвертая идет. Дарья Добрыча уходила шестой. Сейчас идет четвертый. Отставание было не таким уж и большим. И Дарья превзошла все команды. Ну, не все, конечно, а те две команды, которые мешали пробраться к четвертой позиции. Так что сборная Белоруссии, вице-чемпион декабрьского этапа Кубка мира, сегодня в призы не попадет. Хотя... Ох ты, что у нас здесь творится. Ой-ой-ой, сборная Беларуси. Вот и... Вы знаете, уважаемые друзья, ну насколько Дарья Добрычева феноменально, настолько сейчас я сам себе могу язык прикусить. Ха-ха, вот это да! Попадет сегодня сборная команды Беларуси в призы, потому что бежит Добрычева. А это значит, что в эти рождественские дни всякие возможные чудеса. Но эти чудеса помножены на совершенно феноменальную готовность белорусской команды. Вот это да! Украинка, ну казалось бы... Казалось бы, посмотрите, ведь уходило 36, там было преимущество над норвежкой. 32 секунды, Добрычева проигрывала, страшно сказать. 50 секунд, и не смогла украинка додержать такого преимущества. Осталось только шестой, вот это да! Ну, редчайший случай, конечно, когда на последнем этапе проигрывают так много, но когда Добрычева, когда Кайса, тут бывает всякое. И чудеса сегодня, эти вымученные, выстраданные, такие трудовые белорусские чудеса случились, с чем мы поздравляем наших друзей.